Средний размер увеличения пенсии у нас составил по Тюменской области 147 рублей. Это, если переводить в баллы, около 2 баллов. И, как вы знаете, у нас есть ограничение, корректировка производится не более 3 баллов. То есть это у нас максимальная сумма в 2017 году 235 рублей 74 копейки. Это максимальное возможное увеличение размера пенсии на данную сумму. Это что касается именно страховой пенсии по старости и по инвалидности. Это коснется 93 тысяч пенсионеров, получателей пенсии, те, кто в 2016 году осуществлял свою трудовую деятельность и, соответственно, за кого работодатель перечислял страховые взносы. Все данные мы берем с индивидуального персонифицированного учета, то есть с данных, которые нам предоставляет работодатель. Поэтому приходить писать заявление не нужно. Данную корректировку мы завершили, все выплатные документы сформировали и, соответственно, уже передали на доставку в почту и будут переданы в кредитное учреждение. То есть в августе данная категория пенсионеров уже получит пенсию в повышенном размере.